Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Мишпатим. В разделе содержатся законы, определяющие как взаимодействие между человеком и его ближним, так и жизнь общины в целом. Всевышний дал народам мира 7 основных законов, известных как законы сыновей Ноах, но общине Израиля он открыл 613 установлений, которые подробно разъясняют все вопросы, связанные с исками, ущербом и тяжбой. Народу Израиля, обладающему способностью достичь духовных вершин, даются подробнейшие указания, обусловливающие каждый шаг в его жизни, и вот с чего они начинаются. Если ты покупаешь еврейского слугу, то продержать его можешь лишь 6 лет. На 7-й год он свободен и может уйти. Но если он заявит, что любит своего хозяина, свою жену и детей и не хочет уходить, то хозяин обязан принять его перед судьями. Хозяину положено отвести слугу к двери и проткнуть его ухо шилом. Тогда он останется прислуживать до конца жизни. Возникает вопрос. В Торе 613 заповедей. Почему недельная глава Мишпатим и первый кодекс законов начинается именно так? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что народ Израиля только что вышел из египетского рабства. Должна была быть причина, ибо Бог знал, что это случится. Очевидно, он планировал это, так как столетиями раньше сказал об этом Аврааму. «Будь уверен, что на протяжении 400 лет твои потомки будут чужаками, не на своей земле, там им их поработят и будут с ними плохо обращаться». Наверное, это было первым необходимым испытанием народа, как нации. С самого начала истории человечества Бог свободы искал свободное поклонение свободных людей. Но свобода нелегкий труд. Мы ищем свободу для себя, но отрицаем свободу других, когда она противоречит нашей. Правда сокрыта в том, что через 3 поколения детей Авраама, братья Юсефа были готовы продать его в рабство. Трагедия, которая не закончилась, пока Иуда не был готов пожертвовать собственной свободой для освобождения Беньямина. Так что неудивительно, что первые заповеди, данные на Синае, были связаны именно с рабством. Он не искореняет его полностью, но он, Всевышний, приводит в действие процесс, который пусть и столетиями позже, но приведет людей к искоренению и отказа от рабства. Еврейский раб может уйти через 6 лет, если слуга дошел до того, что он привык к условиям, в которых он живет, и не хочет уходить, ему положено пройти церемонию заклемения. На этой церемонии рабу прокалывали ухо, что остается видимым знаком позор. На шаббат рабов нельзя было заставлять работать, их, так сказать, отпускали в отпуск. Все эти условия существовали для того, чтобы вместо пожизненного срока превратилось рабство во временный процесс. Общество должно осознать, что рабство – это унижение, а не само собой разумеющийся факт. Понадобился личный горький опыт всех людей, чтобы превратить их в нацию, которая не будет отдавать своих братьев и сестер в рабство. Нацию, которая сможет построить свободное общество. Итак, слово «мишпат» восходит к корню «шофет» – «шин пейтет», что означает «судить» или «судья».
Если те же буквы «шин», «пей», «тет» поставить в ином порядке, образуется слово «пшат» – снимать одежду, шкуру, упрощать или простой смысл. В этом и заключается задача «мишпатим» – разъяснить смысл спорных вопросов, указать истину, различить, кто прав и кто виноват, определить, как следует поступать, намек на то же самое получаем, если разберем гематрию, числовое выражение этого слова. В целом она равна 389, но есть разделить это 57 на 7 умножить. Число 57 записывается буквами «нун зайн», которые образуют слово «зан», систематическая единица, разновидность, сорт. Буква «зайн», числовое значение 7, напоминает о 7 днях творения мира и о 7 нижних сферот, а кроме того, она означает оружие. Те же самые буквы «нун» и «зайн» входят в корни слова «питание» или «пропитание» и «разврат». В результате анализа получаем: уклонение от закона – это духовный разврат, а соблюдение закона – это система, оружие или питание для нас. Слово «мишпатим» указывает и на особенности закона в этой категории. Мишпатим – это законы, о которых можно судить на иврите «лишпот». Обычно их считают законами общепринятыми, основанными на здравом смысле. На Синае наш народ получил и другой вид законов – «хуким». «Хуким» отличается от «мишпатим» тем, что они непостижимы человеческим разумом. Это указы Творца, Его воля, которую надо исполнять. Примером могут служить законы Шаббата, законы Кашрута или законы о Тфилине или о Циците. И выполнение совокупности этих заповедей служит для того, чтобы рабство физическое, дорогие друзья, сменилось добровольным служением Освободителю, единственному, который несет человеку истинную свободу, когда он подчиняется высшему небесному закону. Этого я нам всем и желаю. Браха ва ацлаха. Будьте здоровы, шалом, ваш раввин Каплан.